Очаги аварийности на дорогах региона будет выявлять специальная рабочая группа. Распоряжение о ее создании подписал губернатор Владимир Городецкий. В состав группы вошли руководители ГИБДД, территориального и федерального управления автодорог. Возглавил ее министр транспорта области Сергей Титов. Эксперты разработают план мероприятий по снижению аварийности на самых опасных участках. Это установка знаков и ограждений, ремонт дорог и дополнительное патрулирование трасс инспекторами.